Друзья, всем привет! Рада вас видеть на своем канале. С вами я, Марина Пестова. Сегодня я получила паспорт и уже официально я Марина Пестова. Но для вас я также остаюсь Марина Суя. Как вы видите, я в тачке, значит, мы идем в магазин за косметикой и идем в наш любимый с вами магазин Магнит Косметик. У нас сегодня нет определенной задачи, нет определенной суммы, мы просто пойдем смотреть, что же продается на полках в Магнит Косметик. Может быть, мы с вами что-нибудь прикупим, мы просто посмотрим, что же продается на полках в Магнит Косметике. Мы же с вами любим, чтобы было бюджетно и по качеству классно, и декабрь, Новый год, все дела. Может быть, вышли какие-то новинки, может быть, есть какие-то скидки. В общем, мы с вами посмотрим весь ассортимент в Магнит Косметик и что-нибудь, может, прикупим. Ну что, пойдем на разведку? Мы пришли снова в тот же Магнит Косметик. Мы туда уже сколько? 3 раза точно, да, ходили? Примерно. Потому что там очень хороший выбор. Но мы с вами сюда ходили чисто выбрать косметику Beauty Bomb, а сейчас мы будем смотреть весь ассортимент декоративной косметики в Магнит Косметик. Скажут опять, это вы? Скажем, это мы. Здравствуйте. Мы снова к вам. Так, ну что, с чего начнем? С L'Oréal, со Stellary. Кстати, вот смотри. А ты сколько покупал в Литуале? Матовая помада Color Rich. Color, да, Color Rich, матовая, всего 200 рублей. А ты сколько брал в Литуале? Я в Литуале брал за 400 с чем-то. Вот так вот. Кстати, если мне не изменяет память. Вот, 633. Да, 633. Мы тут одни походим пока, если что, мы вас позовем. Мы просто сегодня все полки посмотрим, что есть. Что-то, может, новенькое. Если что, мы к вам обратим. А куда еще ходить? Где еще в Кирове? Сетевые, да, именно. Мы ходили в этот самый. В Литуаль? Ходили в Литуаль. Там вообще ничего нет. Понравилась помада L'Oréal. У нас был обзор. Может, смотрели, нет? Я смотрела. Понятно. Вот. Ну, там цены, допустим, там 400 рублей она стоит. Здесь она стоит 199. Да. Пойдем искать что-нибудь. Так. Ну что? Да, кстати. Помады здесь очень бюджетные. А, смотри, какой выбор нюдовых помад. Ну, это просто, наверное, сатиновые тоже помады. Помад здесь очень много. Вот это матовые. Это стойкие. Это очень стойкие помады. Ну, вот смотри, уже цена уже такая. Ну, это без скидки. То есть, ну, вот эти помады без скидки где-нибудь. Вот, тоже 500 рублей. Ага. Кстати, на них скидка 60%. Вот видишь? Вот еще матовые помады L'Oréal. Новинка. Я их не пробовала, кстати. Марина когда говорит, я не пробовала, это значит, надо купить, да? Да. Смотри, еще какие штучки вышли. Так, корзинку я взяла на всякий случай. Это что такое? Это консилер. Новый. Смотри, я не видела такой. Ого! Он такой плотненький. Да, очень плотный. Прям бабах, все перекроет. Но он слишком светлый, я считаю. Ну, здесь по оттенку нужно подбирать. Это оттенок, кстати, подойдет очень для белоснежек. 320. 320. А я думала, оттенки типа 01, 02, 03. Она нет. Сказала, что вы сюда ходите, в других магазинов нет. Ну, по факту, да, других магазинов нет. Кстати, смотри, он мягкий, он не забился в складочке, он мягкий. Угу. Хочу. Ну, 550 рублей нужно покупать со скидкой. Самый светлый, который я пробовала, мне, скорее всего, подойдет что-то нейтральное. 320. Слушай, может, вот этот, нет? Смотри, он такой более теплый. Вот этот оттенок. Это у меня помада не стерлась. Нет, вот мне, наверное, вот такой подойдет все-таки. Хотя тот тоже. Все, и застряли мы у первого стенда. А представляешь, сколько их там еще на той стороне? Вот теперь я хочу этот консилер протестировать. Смотри, еще вот этот оттенок, который я тебе говорил. Давай. Нет, этот тоже мне подойдет. То есть либо-либо. Слушай, наверное, такие продукты тебе и для работы подойдут, для клиентов, наверное, да? Да. То есть вот такой консилер можно использовать как базу под тени. И они мягкие. То есть есть консилеры, которые такие, знаешь, сразу все подчеркивают сухость. Ну, ты так не поймешь. Он должен мазаться, да? Он пока еще фиксируется. Он пока еще фиксируется. Синяк перекроет теплый пигмент. То есть белый, он сделает, наоборот, такой болезненный вид под глазами. То есть синяк он не уберет. Сейчас погуляем, посмотрим, что еще есть. Посмотрим, погуляем. О, смотри, тона еще какие-то.
Я тоже не пробовала. Ну, наверное, это не новинка, но все-таки. Это Биби. Угу. Так, из Лореаль какие у меня были тона? Никаких. Ну, это что-то маленький, да? Ну, это популярный Альянс Перфект. Это очень популярный тон. Короче, что мы здесь нашли на этом стенде? Это помады со скидкой. Это помады со скидкой. Вот они. С очень хорошей скидкой. Где? Вот, да. Скидка 60%. Что тут еще есть? Хорошие скидки на туши. Кстати, как я тушу Лореаль? Не пробовала? Давным-давно я брала эффект бабочки. Угу. Но это было очень давно, и поэтому меня всегда кусала цена, и лучше брать всегда со скидкой. Кстати, по тушам, смотри, сколько разных. Раз, два, три, четыре. Хвалят вот эту тушь, зеленую. Пять, шесть, семь, восемь. О, смотри, еще тут. 11, 12, 13, 14. Че, серьезно, так бывает, что ли? И че, в чем различие тогда будет? Щеточки. У них очень популярны стойкие матовые помады. Реально, они очень стойкие, но я не тестировала данные помады, честно. Ну, потому что, смотри, какая цена, надо брать со скидкой лучше всего. Мне понравились консилеры. А давай спросим про тушь. Девушка, а можно спросить? А какая тушь у Лореаль самая популярная? Самая вот топчик? Вот эти. В основном либо зеленая, либо золотистая. Ага, а то мы тут насчитали столько много их. Да. Вот там вот эти вот вообще редко берут. Они еще и внизу, их не видно, кстати. Вот эти, значит, да? Это самый популярный, зеленый, золотистый. Все, хорошо, спасибо. Так, пойдем дальше. Стеллари. Смотри, вся линейка нюдовых помад. Здесь ты в Стеллари эксперт, да? Я, да, много уже тестировала. Новогодняя коллекция. Я даже не хочу на эту коллекцию смотреть, потому что мне написали, что я состою в пиар-рассылке, мне эта коллекция придет. Но когда же она придет? Мне уже хочется уже все попробовать, протестировать. Так, а что тут из новой коллекции? Это помады, туши, палетки. Где палетки? Новые палетки, их нет. Разобрали. Пойдем дальше. Ой, у них вышел, смотри, какая палетка. Это для скульптурирования крем. Кремовые? Ага, только она застыла что-то совсем. Да, прям азюкаю. Что-то она такая тверденькая, не кремовая совсем. Ой. Что-то... Ладно. Короче, что-то... я испачкался. Ты, наверное, много, да, взял продукта. Так, Maybelline. Ой, вот. Вот эту помаду я тестировала на... Короче, что я знаю из Maybelline? Я сразу же вспомнил Fit Me. У тебя был такой, да, тональник? Я использую его, да. Консилеры. Топчики. Мне очень нравятся консилеры. Тоже, ну, недорого. Примерно, очень, да, такая цена она и есть. Помады у них классные, стойкие от Maybelline. У меня вот такая нюд. Матовая стойкая помада, угу. Да? Угу. То есть они засыхают после нанесения, да? Да, у меня был такой праймер для жирной кожи. Праймер — это база, да? Да. Блин, я все знаю. Дальше. У меня есть классная нюдовая помада. Ну, точнее, сатиновая. Вроде 630 номер. Очень мне нравится. Сейчас покажу. Вроде вот этот оттенок. То есть такой цвет повседневный. Это сатин? Да, это обычно. То есть если там идешь в ресторан, нужно покушать, то, ну, она такая, обязательно нужно, хотя пользоваться она... вот такими помадами, да, стойкими? Да, да. То есть она такая полусатиновая, ну, немножко блестит. Но подкрашивать очень удобно. Напротив стоит стенд Max Factor, смотри. Честно могу сказать, у меня ничего никогда не было от Max Factor. Ничего и никогда. Это практически как Maybelline по цене. Я вижу, там средняя цена продуктов. Кстати, скидки очень, очень какие-то большие скидки. Минус 40%. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, кто пользуется Max Factor и есть какие-то любимчики у вас. Будет интересно почитать. Может, что-то взять на заметку. Приходила ученица на курс макияж для себя вот с этой пудрой. Она так пахнет жестко. Так, нас интересует только декоративные средства, да? Ага. О, Эвелин. Эвелин, да. Кстати, меня часто спрашивают, где купить бюджетный консилер от Эвелин, который я показывала в обзоре. Вот, он здесь есть. 250 рублей. Ну, такая средняя цена, как у Fit Me от Maybelline. Такая же цена. Смотри, куда балет спрятали. Ух ты, бедолага ты тут совсем. Я тебя подправлю. Вот Golden Rose есть. Так это лаки. Кстати, у них косметика классная. Почему не возят?
Ага, тушь мне нравится от Эвелин. Ты ушел, кстати. Мы сейчас у стенда Эвелин. Что мне здесь нравится? Дальше. Мне нравится у них стойкий каял карандаш. Неплохой тон. Я очень давно, когда, ну, совсем я была, как сказать, подростком, я пользовалась. И тон был реально неплохой за свою стоимость. Ну что, Vivienne Sabo. Что здесь можно приобрести? Ты сама-то пользуешься Vivienne Sabo? Да. Мне нравятся карандаши у них. Вообще все. Все карандаши для глаз мне все нравятся. Карандаши со скидкой 50%. То есть у меня есть черный. Он у меня постоянно в косметичке. У меня есть коричневый на повседневный макияж. У меня закончился карандаш от Vivienne Sabo в оттенке 01. Но, к сожалению, я так вижу, что его тут нет. Придется искать карандаш в другом месте. Кстати, я заметил здесь очень маленький выбор палеток теней. Да? Здесь в основном помады, помады, туши, тона, карандаши. Мады, вот смотри, сколько здесь много. Вроде там, на тех стендах вообще я не видел палетки. Палетки здесь, тени? Здесь вот только заметил, здесь какие-то палетки. Вот здесь. И, ну да, вот здесь еще немножко представлю. Так, раньше я пользовалась постоянно тушью от Cabaret. Ну, Vivienne Sabo Cabaret. Ну, все, любовь у меня пропала к ней. Также я могу, наверное, посоветовать однушки теней. Потому что часто ищут, например, черный цвет. Вот эти два цвета носибельные на каждый тень. Там коричневый. Ой-о! Вот, смотри, какая база хорошая. Здесь был, ну, да, консилер. То есть смотри, как яро. Ты хочешь проверить без? Очень пигментированные однушки. Ой, я хочу взять. Зачем ты меня запачкал? Ты сам мне руку протянул. Черный, смотри. Ух ты! Так. Ну, 219 рублей за однушку. Вот средняя цена. Например, у Golden Rose однушки также стоят. Матовые тени здесь классные. Ой. Я теперь хочу 3 оттенка матовых. Смотри, чтобы не покупать палетку и пользоваться там одним цветом, например, можно взять 3 оттенка, 3 однушки и быть довольными. Удобно с мужем ходить, да? Если у тебя там закончилось место на руке, можно воспользоваться моей. Да. А теперь мне нужно салфетку. Девушка, можно попросить салфетку? Смотри, сколько ухода. Спасибо большое. Да, сейчас. Палетка стоит вот сколько? 209 рублей. Но не факт, что всеми цветами вы будете пользоваться, они вам будут нужны. А вот это очень носибельные цвета. Дальше, пошли. Корзинка пока пустая у нас. Дальше. Это Диваж. Хвалят туши у них, но это не точно. То есть... Кстати, вот такие разные щеточки у них. Дальше. У меня есть вот такая палетка от Диваж. Здесь чисто металлические шиммерные оттенки. Они так-то классные, они пигментированные. И их лучше наносить пальчиком. То есть кистью они у меня осыпаются, а пальцем хорошо наносятся. Да? А здесь разные есть цвета. Но вот у меня вот такая носибельная палетка. Хвалят у них тени для бровей. Ну, за 350 рублей. Ого. Ну и мы приближаемся к Rimmel London. Ну, кстати, смотри, блогеры рекомендуют. Будешь что-нибудь рекомендовать здесь? Блогер. Вот эта палетка красивая, ты посмотри. Ух ты, блин. А есть тестер? Дайте. Да. Меня она зацепила. Ого, ого. А вот стойкая подводка для век. Смотри, какого оттенка. Синий. Там фиолетовый еще есть. Девушка, а скажите, на Rimmel есть тестеры? Ну, например, палетка теней и либо вот подводки цветные. Ну, сказали, тестеров нет. Так, эта палетка стоит со скидкой. Ого, без скидки 1000 рублей. 1000 рублей, да. Она вся шиммерная. Здесь нет матовых оттенков. Скорее. Шиммер, это значит металлическая, да? Да. Хотя они тут разные текстуры. Вот есть совсем такие, прям отливают. Есть чуть-чуть с блестками. То есть они все с разным финишем будут. Beauty Bomb. Ну, там мы все уже не знаем. Скоро будет новогодняя коллекция. Новая коллекция от Beauty Bomb. Я жду. Я в предвкушении, сказали. В своем инстаграме они написали, что коллекция придет где-то 15 числа. Ждем. Мне вот это надо. Сразу беру двухфаску. Расходники, да, бери, конечно. Да, это мне нужно. Здесь мужской уход. Спонжики. Ну, там все такое для дома. О, мышка прикольная.
А это вообще катастрофично, смотри. Я тебя съем. Понял, слушай. Я вот люблю такие штуки, не знаю почему. О, он такой классный. Это что, антистресс? Ну да. Это типа слаймов, да? Слайм называется или как? Что нам понравилось? Нам понравился консилер. Нам понравилось то, что это очень хорошие скидки на матовые помады, да? 60% за 200 рублей можно купить. А дальше нам порекомендовали это вот две туши, зеленая и золотая. Да, я думаю взять зеленую. Почему? Мне даже ее советовали. Ну, то давай. Есть именно зеленую. Берем. Все. Кстати, без скидки она стоит 650 рублей со скидочкой. 389, 40% скидка. Девушка, скажите, когда скидка будет на все? 15 часа. Так, помада, значит, я потом приду. Ну, как-то 650 рублей, либо 600 рублей отдавать за помаду, пока жалко. Так. Согласен, блин, за такую цену можно сетролов купить, да? Кому что? Так, а консилеры, значит, тоже со скидкой будем брать? Ну, консилеры тебе понравились. Смотри, если сейчас что-то брать, то опять... Ак, смотри, из чего выпуск снимать? Это не ты, не смотри, это не для работы. Тушь будем тестировать? Нет. Лучше что-то взять побольше для полного образа. Ну, началось. Не, давай мы сейчас брать не будем. Мы дождемся 15 числа. Придем, купим все, что нам понравится. Может быть, даже еще подписчики что-нибудь посоветуют. Кстати, да. Вот, поэтому то, что вы видели из всех этих стеллажей, можете еще порекомендовать. Действительно, какие-то интересные, классные продукты. 15 числа мы придем, приобретем все со скидкой. И Марина для вас сделает уже качественный макияж. Расходники. 9-й цвет, ореховый. Сразу два беру. Это мой самый топовый карандаш. Мой самый любимый. Пойдем еще бьюти-бомб я обойду. Но, скорее всего, я уже все здесь приобрела. Пойдем, ладно. Все. Да, мы сегодня скромно. 740 со скидкой вашей. Ну, вроде ничего не купили, да, вот так. Так, по карте. Значит, придем 15-го. Смотри, как классно сэкономили бюджет, да? Сэкономили, да. Все, спасибо большое. До свидания. До свидания. Так, скромненько. В общем, друзья, понятно, что отдельный выпуск мы делать не будем, потому что я взяла два карандаша, двухфаску и тушь протестировать. Сегодняшний поход в магазин мне очень понравился, потому что мы не стали тратить кучу денег, как обычно это у нас получается. Поэтому я очень люблю экономить. Я тоже люблю выгодно покупать. Хороших скидок, и Марина купит для вас хорошую косметику. Пишите, кстати, в комментариях, что вы хотите, чтобы я купила, приобрела и протестировала из Магнит Косметик. Все, поехали домой. Всем пока. Всем пока-пока.